Looks relatively new. Is this investment that is driven by the central government or by the local administration? Это были инвестиции, которые были пролоббированы местными властями, центральными. Это чисто центральная власть, это кредит Евробанка, я детали не знаю, но это делалось центральными. Это дорога международная и делалось чисто через центральную исполнительную власть, через управление дорог Украины. То есть, скажи, после того, как я думаю, о European Bank Credit, as far as I'm concerned, and this was the administration on the national level, of course. I think this is something that we can hope to see more of in the future with support from the European Investment Bank and others. Надеемся, что в дальнейшем будет больше кредитов от Европейского банка, также от европейских кредиторов. Буквально несколько дней тому назад прозвучало по телевидению, что Европейский банк дал одобрение кредитов 200 миллионов евро. Буквально 3-4 дня тому назад. We found out that the European Bank gave us a credit in 200,000 euros to build. Yes, the EBRD. This is the EBRD credit. It sounds very promising. And you said that the general attitude of the population here is still very much pro-Europe and still very much looking forward to further engagement with Europe. Is that correct? Вы считаете действительно, что местное население больше предрасположено к Европейскому Союзу и к сотрудничеству с Европой? Да, но это достоверная абсолютная информация. Абсолютно. Я не делал специальных замеров. Я думаю, может быть, какие-то делали общественные организации. Но по моему ощущению, думаю, 90% людей за Евросоюз. Это абсолютно просчитывается на всех встречах. И так это и было и раньше, и сейчас, и не меняется. Because I haven't conducted any opinion polls, but I really do believe that around 100% of the citizens are for European Union, and this has been this way always. Советская власть на этой территории была намного меньше, чем на всех остальных территориях. Soviet Union had less influence here. This is happened historically. And perhaps one final question for me, if I could. There is clearly an issue that needs to be addressed around corruption, and I wonder what you could say about what's being done at a city level to help to address that challenge. Последний вопрос, если позволите, касательно коррупции. Меня интересует, что происходит на местном уровне, потому что вы побороть эту проблему. Вы знаете, я думаю, что общий государственный тренд, он есть везде. Я не проводил исследования, где она больше на востоке или на западе, но я думаю, что мы в этом смысле не отличаемся от других регионов. Эта проблема действительно есть, она очень серьезная, и она действительно может быть одна из основных, которая мешает развитию государства. И потому она звучит сейчас в речах всех новоизбранных, так сказать, представители правительства, что это то, с чем основной надо бороться. Но бороться, вот вчера прозвучала хорошая фраза, я даже не помню, где Яценюк, по-моему, говорит, да, Яценюк. До сих пор ведь тоже были разные постановления по борьбе с коррупцией и так далее. Основной способ побороть коррупцию — это сделать так, чтобы не было этого места, где эта коррупция возникает. Вот то, что вчера сказал Яценюк, была пресс-конференция. Of course, this is the main challenge, corruption, and this is why all the media appointed ministers include the necessity of fighting corruption into their speeches. And this is the point which Yatsenyuk's press conference also mentioned. He said that we should provide that not such a place for evading of corruption could exist, actually. То есть, если можно деньги распределить автоматически, а не так, чтобы сидел человек и распределял, надо делать, чтобы это было автоматически. Например, по количеству населения или по какому-то другому показателю, чтобы не было места, где кто-то сидел и давал эти деньги распределял. Потому что всегда есть соблазн в этом поучаствовать. Кстати, основной причиной вот этой централизации власти и передачи всех полномочий на Киев формально была борьба с коррупцией. Mm-hmm.
issue of centralization of authority was fighting corruption. Но, как показала практика, коррупция в Киеве на порядок, может быть, на несколько порядков выше, чем коррупция. По крайней мере, она не ниже, а выше это точно. Because we see that the level of corruption is much higher in Kiev.